50-процентный рост всего за сутки. Заболеваемость ОРВИ среди воронежских детей идет в гору. Если накануне на недельный карантин были закрыты 35 классов, сегодня таких уже 53. Цифры пока далеки от критических, говорят в городском управлении образования и молодежной политики. По сути, ситуация для начала нового учебного года довольно стандартна. Тем не менее, посещаемость учебных заведений чиновники мониторят постоянно. Каждый день классы дезинфицируют и проветривают, благо на улице почти по-летнему тепло. О введении дополнительных противоэпидемических мер в школах речь пока не идет. Что касается в целом, то ОРВИ сегодня болеют 8% школьников и 4% дошкольников. В детских садах закрытых групп нет на сегодняшний момент, такой резкий рост отсутствует. Но, тем не менее, мы продолжаем ежедневно наблюдать за ситуацией в каждом образовательном учреждении и мониторим ситуацию, связанную с заболеваемостью. Вопросы, связанные с масочным режимом или термометрией, сегодня у нас не стоят.